Здравствуйте, друзья! Мы на Бэк-ярде того дома, где мы со Светланой живем. И вот тут, вы видите, вот это край дома, значит, нашего. Вот тут перед вами вот это будущее строительное ристалище. Вот на этом месте будет достроено в ближайшее время, может быть, месяца 4, там 4 с копеечкой, вот здесь будет достраиваться бедрум. Такой, ну, мастер-бедрум, то есть он будет такой хороший, там потолки высокие, так сказать, по современному стандарту и так далее. Вот, а там дальше, ну, как бы, участок тоже будет благоустраиваться, потому что сейчас нет смысла этого делать, поскольку, не достроено. Вот когда достроится, и параллельно с этим вот это все благоустроится. Вот то, что вы видите, вот эти дикие кусты жуткие, это все выросло из выдранного дерева. Вот оно вон там стояло, вот где-то тут примерно. Вот где-то тут примерно было дерево, и тут корни из него прут, я не знаю. В общем, вот. Вот это было просто деревце. Кустик такой стоит, я не знаю, что с ним дальше будет. Трудно сказать. Тут никто не поливает, но поскольку дожди были, то вот как бы так зелень какая-то, значит, образовывается. И вот, вот тут все это будет строится, и я начинаю новый плейлист у нас на канале, и туда будет собираться, так сказать, хроника вот этого строительства. Счастливо!